Важный компонент нашей работы – это психологическая помощь детям, которые вынуждены были переселиться вместе с родителями, многие из которых видели бомбежку, многие из которых прятались в подвалах. Дети много чего они видели, и хорошего, и плохого. И у детей вот реальный страх. Плюс физиология. У кого-то появляется седина. Дети агрессивные, скрытая агрессия у детей. Дети съежившиеся, не пускающие к себе в сердце, к себе в душу тем более. Меня вот наш тренер научил, знаете, вот очень тонко видеть вот эту грань. Когда человеку плохо, когда ребенку плохо, когда ребенок в жуткой такой вот невротизме находится, да, и он приходит и говорит: «Я не знаю, что со мной сделаете». Существует проблема работы с родителями. Взрослые люди иногда, не понимая того, что они делают, усугубляют все вот эти вот моменты, связанные с травмами. Очень тяжело детей научить говорить о своих проблемах, о тех трудностях, об эмоциях, переживаниях. Первое занятие проходило немного скованно. Они не привыкли к такой форме общения. Но второе занятие уже прошло на более таком теплом эмоциональном уровне, уже более доверительные отношения. Мы получили инструментарий, будем стараться приводить детей в норму, хотя бы в относительную норму, чтобы они не испытывали тех тяжелых эмоций, которые не дают им возможности успешно существовать как человеку, учиться, общаться.